позапрошлом году в этот день мы говорили о будущем Березняковского парка культуры и отдыха. Точнее, о том, как в ближайшее время обновятся кабинки на любимом горожанами колесе обозрения. Тогда был объявлен конкурс среди предпринимателей на поставку 20 кабин. Предпочтение отдавалось товарам отечественного производства. На апгрейд колеса обозрения было выделено около 3 900 000 рублей, и закупка состоялась. 6 лет назад в этот день мы рассказывали вам об удивительных приключениях итальянцев в Усолье. Историко-архитектурный музей тогда посетили известные столичные деятели искусств и иностранцы. Вооружившись фотоаппаратами и лазерными сканерами, они проводили архитектурное обследование памятников. Анализ осуществлялся с использованием передовых технологий, чтобы информация о культурном наследии получилась самой точной. Параллельно руководство музея реализовывали совместный проект с Московским педагогическим государственным университетом. Благодаря ему территорию историко-архитектурного комплекса сейчас украшают скульптурные формы. В 2014-м в эти дни радостная новость в Березняке пришла из Венесуэлы. Там состоялся Кубок мира по самбо памяти Альберта Астахова. И наша землячка Светлана Бурцева взяла серебро в категории до 60 килограммов. На официальном сайте видно, что самбистка уступила золото спортсменке из России. Остальные медали взяли хозяева кубка.